epidemic is still evolving, it is still growing, with the most concentration among vulnerable groups such as injecting drug users, those people that sell sex for mostly survival, men who have sex with men. The other population that has also very high rates of HIV are prisoners. And unfortunately, the programs are not adequately providing services, whether it is HIV prevention, information, or treatment and care to all these populations. Ну, я Истратова Валентина Алексеевна. В Красном Кресте я работаю 48 лет. Эдик – это мой пациент, с которым он для меня почти как дорог стал. С 2006 года, когда мы познакомились, он меня держал так на расстоянии. Не поверил в то, что я буду соблюдать конфиденциальность. Но потом поверил. Мы стали близкими, как друзья, да, Эдик? Так, стала моя вторая мама. Больше, конечно, психологическое, наверное. Психологическое, а не будет ничего, если не будет полного вот взаимопонимания, доверия такого. Ничего не будет, просто ничего не выйдет. Когда есть вот этот контакт, что я и ты, вот тогда полностью и раны заживают, и морально все получается очень хорошо. А так ничего же не будет, если не будет доверия, и прекрасно понимать, что если мне будут врать, я сразу предупреждаю, давай начнем с того, что мне надо говорить всю правду. Мне просто, наверное, повезло. Повезло с Красным Крестом, плюс вот у меня маленькая тоже стоит на учете, мы стоим на учете, вот по ВИЧ-СПИДу нам тоже там очень помогают. То есть, ну, слава Богу, я не одна. То есть благодаря вот, ну, то, что касается меня лично, я могу сказать, что Красный Крест меня просто спас. У меня бы уже не было просто. Программа началась у нас полгода тому назад совместно с Американским Красным Крестом по закрытым учреждениям Винницкой области, в частности города Винницы. По программе у нас забор крови у осужденных, которые идут добровольно сдавать кровь для того, чтобы узнать, есть у них ВИЧ-инфекция или нет. Важно, потому что это чума 20 века, СПИД. Это очень серьезное заболевание. Вот поэтому именно в таких закрытых учреждениях люди должны знать, болеют они или не болеют. Вот. И для того, чтобы вовремя принимать лечение, если обнаружена у них инфекция. Вот это шприцы БДшки. Вот. Шприцы для людей, которые употребляют наркотики. Вот. Двушки, пятерки, десятки. Это презервативы. То, что мы раздаем. Презервативы. Вот. И вот это литература. Правовая помощь. И вот здесь у меня куча литературы. Это я специально пакетики собираю, потому что наркоманы не хотят, ну, складывать шприцы. Вот видишь, как они приносят? И мы сразу показываем. Вот. Вот. Вот здесь находится вот такая штука. Если я помогу одному человеку не инфицироваться в день, то в год я не помогу не инфицироваться 365 человек. Понимаешь, я уже спас 365 человек. А у меня еще есть 15 мобильных пунктов. И если мы в год спасем хотя бы там 1000 или там, не знаю, 2000 людей, это уже зачтется, потому что мы спасаем людей таких же, как, ну, как и мы.